17 апреля 1875 года. День рождения бильярдной игры «Снукер». 17 апреля 1875 года в городе Джабалпури, в центральной части Индии, в офицерской столовой британского колониального корпуса полковник Чемберлен придумал сильно усложненный вариант игры на бильярде. Чемберлен взял цветные пуловские шары, пул появился раньше снукера, и, пометив определенными пятнами некоторые места на столе, поместил их в эти точки. Название игры «Снукер» придумал тоже Чемберлен. Это словечко означает «кадет первого года службы». Закрепилось название за новой игрой из-за того, что во время игры Невилл назвал одного из офицеров «снукером». Когда тот оказался в трудном игровом положении, ему нужно было сыграть цветной шар без прямой видимости этого шара. Новая игра быстро завоевала популярность среди индийских британцев. А спустя 10 лет с ней познакомилась метрополия. К 1891 году были приняты современные правила подсчета очков. Победу в снукере приносит не столько мастерство владения кием, сколько стратегия и тактика манипулирования разноцветными и, соответственно, разноочковыми шарами. Спустя 25 лет начали проводиться регулярные первенства Великобритании. А в 1927 году был проведен первый чемпионат мира среди профессионалов. Сегодня игра популярна во всем мире, в особенности в Европе и Китае. Главный турнир сезона, чемпионат мира по снукеру, проводится раз в год –